игры более быстрее, так активнее, как-то посложнее. И сразу чувствуется такой другой уровень команды, а не как в первом раунде. Скорее всего, вот в первом голе концентрацию потеряли и дальше по накатанной, но думаю, завтра соберемся и выиграем. Ну, думаю, мы хотели уйти, но не так. Типа, обидно, чтобы не было. Мы начали в полную играть. Но мы всю игру играли в полную. Сейчас добавили в конце темпу. Пацаны характером начали давить. Уже, ну, хотели игру перенести на завтра. Ну, мы сейчас с командой сделаем выводы. Где-то подготовимся лучше. Лучше разберем соперника и завтра выйдем с другим настроем. Нет, я думаю, считаю, что удаление это уже являлось вот этой самой недостатком игры после того, как сломали игру. Ну, хорошее ощущение, выиграли, забили много. Вратарь нас потащил, не дали, чтобы нам забили. Ну, неуверенно начали матч, там где-то соперник инициативу взял. Владели шайбы много. Но потом мы собрались, начали забивать и все. Да, мы забили первую, за ней сразу же вторая и третья. 3-0 закончили первый период. Ну, где-то мы подрасслабились, где-то у них вратарь подтащил. Ну, у нас очень здорово вратарь сегодня сыграл, как бы подтаскивал там. Ну, и где-то защитники тоже на себя ловили. Вот, такой результат. Ну, с Тимиртау у нас первые две игры, ну, мы тут легко, ну, не легко, уверенно выиграли. Там в Тимиртау почему-то расслабились, проиграли две. Ну, с Торпедо тоже немного потяжелее было, чем с Тимиртау. Ну, нужно не проваливать начало периодов. То есть в первом периоде начало провалили, во втором периоде начало провалили. В третьем тоже провалили начало. Нужно сразу выходить с обороны. Сразу на ворота забивать, бросать.